Друзья, всем привет! Только-только забрал посылку, ездил на почту. Заказал тут кое-что для поросят. Да и вообще для свиноводства необходимое дело. А то у меня закончилось. Это не реклама, сразу предупреждаю. Никакой сайт не рекламирую, никакие телефоны не оставляю. И не спрашивайте, где я брал. Набирайте в интернете и шукайте. А то у нас какая ситуация? У меня канал большой, больше 100 тысяч. Рекламы постоянно мне идут, предложения. Я примеры приводить не хочу, но есть много реклам, от которых я отказываюсь. И смотрю, на других каналах начинает появляться. И рекомендуют всем, кому не лень. Но я как бы не все рекламы. Да я вообще и не беру никакие рекламы. Мне не нравится, если надо ролик снять, к примеру, показать дезинфектор. Вот, допустим, ходить, делать дезинфекцию. Мне это не нравится снимать. Я знаю, что мне будут давать бесплатно, но я не хочу такие ролики делать. И тому подобное. То есть, канал большой, реклама идет, предложение очень много. Каждый день идут предложения по рекламе. То-то показывает, то-то. Ну, короче, я не беру. Это крепление, да? Крепление. Вот такая кормушка. Эта кормушка не из дешевых вариантов. Не тоненький пластик, а та, что за 200 чем-то гривен. Это за 700 гривен Дания. Ну, короче, такого типа. Только тут аж выше. Ну, да. А, что я делаю? А, так? А, да, так. Так, да. Это дорогие варианты. И там, может, неплохая. Ну, это я взял. Сейчас я это все закрою, рекламу. Вот, смотрите. Кормовый автомат для поросят. На сухий гранулированный корм. 710 гривен одна штука. Две штучки 1420. Я знаю, есть по 200 чем-то гривен, но я взял такие. Взял вот это две и возьму потом еще три. На 5 станков для опороса. Это я взял поилки. И 5 дешевых и 5 дорогих. Дешевые я и так знаю, 5 дорогих взял проверить, действительно ли не будут разбрызгивать. Они выглядят вот так. Это, я так понял, это из этих дорогих вариантов. Они чуть-чуть, видите, средина. Там чуть-чуть не так, как обычная дешевая. Это, по-моему, турецкий. Видите, там он специально это, чтобы оно не разбрызгивало вверх. Это я взял дорогих, попробую. А это обычные, дешевые. Сейчас покажу. Просто сейчас дядя Саня приехал, ему надо. Да, это обычные дешевые. Видите разницу? Это понятно все. Ну как, они не то чтобы. А, тут так перекрывают. А, тут а вот этим вот регулировать подачу. Сюда, туда. Ага, вот полностью закрыто. Угу. Это не сильно дешево. То дешевое я брал по 38, а эти поилка для свиней. 72 гривна вот эта дорогая. А поилка для свиней круглая 37. И самое главное, из-за чего я заказал эту посылку. Из-за таких вот карандаш маркет. Вот эти вот карандаш марки я взял красный, синий, зеленый. Синий дорогой вариант, это тоже Дания. А что я знаю, что Дания, у меня тоже с Дании, вот смотрите, старый. Вот, но он уже стерся, вот этот. Там мне подарили тоже с Дании, вот эти. Но он уже все, ему уже оплыл.
Это для метки. Для метки поросят, больших свиней. Вот мы ставим метки, колем уколы. Я взял, чик провел вот так. Очень хорошо. И надолго хватает. Удобный очень. Удобный, да, это зеленый. Они обычные по 38 гривен, а те, вот те два синих, это дальние, то они 42 там или 43. В интернете забивайте, я не оставлю ссылки, потому что это не реклама. Меня рекламодатели, если честно, немного в последнее время начали бесить навязчивостью. Короче, за всю эту посылку я отдал 2361 гривну. И 200 за пересылку. И вышло 2510. Да. Вот так, друзья. Поэтому поилки потом узнаю. Я вам потом скажу по вот этим. Ну, простые, это понятно, они как и в нас во всех простые. А по вот этим, это чуть-чуть не такие поилки. Тут они разбрызгиваются. Они немного другие. Потом это. Ну, а эти корыца. То я же сделал маленькие корыта железные. То я сделал пока временно. Они будут там на доращивание. Видишь, пластик? Руки тяжелый. Тяжелый, да, и толстый. Толстый пластик. Вот, а так их регулируешь. Вот, выше, ниже. Понял? Вот, эту прикручиваю. И потом ставлю эту. Выше, ниже регулирую. Тут, а, вот же этот. Вот эти резьбы. Вот. И регулирую выше, ниже. Очень удобно. Я думаю, будет. Потихоньку, потихоньку, друзья, и наведем порядок полностью. Полностью порядок везде, сделаем все как надо везде. Сейчас я отопление буду заниматься, отоплением. Буду делать свет в новый сарай и в зерносклад. И сейчас покажу, как я дроблю на стартовый корм для маленьких поросят после отъема. Возьмем мешочек очаровашки и будем... Это тоже не реклама. Я просто пользуюсь, это не реклама. Не подумайте, ой, это реклама, ничего. Берите, что у вас там есть, вот и берите. Берите, что хотите. Это ваши проблемы. Ну. Конечно, я что-то жду, ты выгружать на. Нет, тут крупорушка, Сань. На новом месте. Я же, друзья, переехал уже, все. И сейчас покажу, как я тут тоже обустроился. Он на клунке вытащил уже. Ты там на клунке вытянул, Сань. Все, пока он заедет. Вот, друзья, я тут начал тоже делать. Поставил уже двери. Ася, Асю просили показать, видите. Асю мы уже путаем с Борей. Боря! Боря! А, вот, Боря. Мы Асю уже начинаем путать с Борей. Вот, друзья. Тут уже начал переделывать. Вчера поставил двери сюда, обрезал. Кистюхи старые двери были с корзами. И вот так сюда я переехал уже. Покажи. Вот так. Инструмент забрал, дождь ночью был. Сейчас опять вынесу. Буду ставить сюда этот и дальше зашивать. Сейчас дядя Саня просит сдробить ему. У него нет крупорушек, я ему пару мешков сейчас сделаю. Да тут так недолго, пару мешков подвязать, подключить их все. Саня, а мы на что так крупорушка? Здрасте. Здрасте. А я не знаю. Разбор, бачите? Так, тут дверку открываем. Ой, хорошая, хорошая. Аська и Боря, дядя Саню хорошо знают. Вот вы, Сань, мы наскучивались, что ты им сюда ж пою давал. О, Борька уже тоже намечает. Ваню, не утекай, ты. Так ты в багажник удастся? Нет, машина. А. Сейчас,
Нет, ты на плитку можешь ложить или там уже сразу. Туда я сразу положу. Да. Короче, три окунка, да? Да. Мы их разделим. Два. Так, инструмент сюда. Сейчас я все мешки возьму, бо мне надо, чтобы меньше было. Ого. Хороший. Опля. Это, друзья, Анатольевич пшеницу у меня покупал. Да, Сань? Да. Одну тонну купил. Ну, я не буду говорить цену. Мы там между... Это тоже хочу подточить. Готовлюсь уже на выбраковку. Убирать выбраковку. Мы там между собой разобрались с Анатольевичем. А у меня есть мешки, Сань. Так они не надо, чтобы побольше. В смысле, их поменьше было в мешку. Сейчас. А я сегодня утром намешал своему сыну. Дней на 5 на готово. Пока так пользуюсь, света нету тут. Переносками. Ну, сейчас тоже свет проведу и потом начну тем заниматься, на щелевых. Просто, Боря, туда нельзя. Просто, что, уже думаю, все вот эти мелочи доделаем. Поставим с Анатольевичем котел, да, Анатольевич? Да, да, поставим, конечно. На новый сарай. Сделаем отопление, а потом уже, когда я уже полностью все вот эти недоделки доделаю, потом уже займусь именно здесь, не спеша, потихоньку, щелями. Друзья, к чему мы вот это быстро надо надробить Анатольевичу? Он уезжает в четверг на Киев сварщиком. А на сколько? Надолго, Сань? Ну, пока сокращения не будет. Там перед зимой сокращения обычно. А. И также, друзья, если кому надо, мангалы, котлы, всякие там сварочные работы, наши, местные нововодолощаны, вызывайте Анатольевича, я номер оставлю, звоните. Там заборы, это все угодно, сварочные работы. Договаривайтесь тоже. Вот. Вот так я делаю. Вот Анатольевич привез с собой мешки. Я пустой мешок вот так. Раз, прищепочка. Саня, а ты по сколько? По 3 ведра понабирал? Да тут было больше. Ага. Ну я по 3 ведра дроблю, чтобы мешочек как раз. А давай двух насыпать. А я сам, Санька. А ты не насыпаешь. Тяжелый, вот, дивите, яку пшеницу я для Сані продав. Це дядь Саня в мене тонну купляв. Ну, може, ще потім позже тонну купить. Чиста, отборна пшениця. У мене її багатенько є. І все, от, наготовили. Тепер я делаю так. Закрываю. Крупорушка быстро, вот это мне дуже нравится. Та, я ей ту свою старую уже и не включаю. Включать, не. Засыпаю раз ведро. Два ведро. И сейчас, пока она будет, пока будут дробить, мы наберем 3 ведра. И все, и туда в мешок перегоним. Вот так, Сань, понял? И у меня все ровно цей мешок. А ты чуть-чуть на потом. Все, есть, есть. Включаю сюда. Пока так. Спартанские условия. Показываю. Оп. Погнали! Вот
Я Сане продал хорошую пшеницу, а сам пользуюсь отходами. Покажу-то таким. Ну тоже нормально, но грязненько. Ну и у меня той тоже много лежит в других местах. Пока надо использовать вот эту. Друзья, срочное объявление. Анатольевич продает машину. Машина на все случаи жизни. Колеса. Это однетика новая, да? Нет, зимняя резина сзади. Зимняя сзади, да? Да, впереди летняя. Впереди летняя. Сезонка. По салону. Ну тут а что? Для перевозки грузов замечательно. Тоже рожа вон сзади гермонтин. Да. Короче, на ходу с газом и двигатель после капиталки ты брал. Троечный двигатель. Скоростный. Откуда редуктор, я знаю? Что... Редуктор заднего моста копеечный, поэтому стартует очень хорошо. Вот двигатель масла не бере, ничего, да? Не, масло вообще, ну, раз в полгода заливает, так что там, двигатель масла не бере. Так что кому надо, копейка, який год? Ой, не помню. Год не помню, а цена? Цена прошу 12, а там дальше будем торговать. 12 тысяч, не долларов, друзья, гривень. 12 тысяч гривен. Кстати, хозяин, хозяин мой кум. Вадор, хозяин по техпаспорту, тут тоже тут рядом, кому надо, и можно и переоформить, и доверку. То есть, мой кум делал на ней полностью все документы, на себе поставил на учет, а потом продал Анатольевичу. Года два назад, да? Ну, я скажу, машина огонь. Машина... Я проездил почти без ремонтов, то есть, как новая машина. Так она мне не где-то, для работы. И а... газ-бензин. Газ-бензин и... Кому надо срочно спешить, потому что уезжай на Киев. Вот, глянь, чтобы не казалось, что там... Ну, с другой стороны его. Вот, посмотрите. Ну что, все чики-пики, правильно, Сань? Да. Редуктор томасету, газ, бенз, все работает. И багажник, ну, дядя Саня сам багажник варит. Эта машина так взял и поехал. Номера крутяви 3529ST. Чих-пых. Все, пожалуйста. О. О. Ну да, есть тут кое-где нюансы, но это такое. Тут надо смотреть на цену, правильно? Ну да, ну она для работы. Для именно работы. Сел, поехал и работай на ней. Вот так, друзья. То есть... Так что кому если, надо, тоже звони. Если я уеду даже в Киев, Стас может вам продать эту машину. Он приедет ко мне, заберет просто с документами и вам ее продаст. Да, если дядя Саня будет, допустим, в Киеве, а вас она заинтересует, я номер оставлю под видео дядя Саня. Ну, мы состыкуемся, и я уже продам вам. Він мені довіряє там завести його машину, вивезти з двору, ну, да, Сань? Ти не довіряєш? Довіряю. Моя машина, твоя машина. Ось так.